Привет, YouTube. Попалась тут книжка Сталика Ханкишиева «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Прочитал, понравилось очень. Прикольный дядька, кстати, рекомендую. Ссылка на его канал будет в описании этого видео. Решил попробовать готовить в казане. Казан небольшой, подарили на день рождения, литров на 6, наверное, на 8, друзья. Но потребовался к нему очаг, непосредственно на котором, в общем-то, готовить. Полез в интернет, посмотрел, значит, очаги достаточно дорого стоят и сделаны из достаточно тонкого металла. Решил, значит, сварганить из подручных средств. Покажу, что из этого вышло. Значит, вот так вот выглядит казан. Немножко олифой запачканный, но это обожжется при обжиге. Значит, к нему непосредственно необходимо сварить очаг. Значит, достались мне тут по случаю два диска жигулевских. Ну, сейчас они вот ржавенькие такие замечательные. Сейчас они стоят рублей по 300, бэушные, наверное. Значит, под решетку колосниковую вынул вот такую вот, вот шестигранную выемку. Нарезал, значит, арматуры. И вот таким образом соберу колосниковую решетку. Этот диск будет внизу. В верхнем диске срезал непосредственно под, вырезал отверстие под казан. То есть верхний диск планируется установить таким образом, приварить, и в него будет устанавливаться наш казанчик. Вот такая конструкция. Ну, приступим. Так, ну вот что получилось. Вырезаем дверку вот здесь приблизительно для подбрасывания дров. Тут такая цельная конструкция. И ножки. Вот сейчас отрезал здесь 4 ножки из уголка. Приварю ножки. В общем и целом ножки приварились вот таким образом. Головки пришлось слегка разогнуть, чтобы они лезли между выпуклостью и стенкой обода. Так выглядят ножки. Вот так вырезалась дверца. Здесь оставил небольшую полочку, чтобы дрова сюда, значит, не упадали. Ну и в общем в целом конструкция выглядит вот так вот. Хотел трубу еще поставить с другой стороны от дверцы. Ну, пока вот так вот эксплуатируем. В общем, горит хорошо. Вот так вот вся конструкция, в общем-то, и выглядит. Я доволен, получилось очень аккуратно, топливо расходуется очень мало, то есть вот этот казан приготовить в течение 2,5 часов идет, ну там 4 дровины таких среднего размера от печки. Спасибо за внимание.